Интернат квартирного типа появится в Нарьян-Маре в ближайшие годы. Для детей-сирот будут предусмотрены специальные комнаты-квартиры, где они будут учиться обслуживать себя самостоятельно и справляться с привычными для всех домашними делами. В окружном бюджете уже заложены деньги на разработку проектно-сметной документации и на строительство пристройки к уже существующему зданию детдома. Это позволит детям воспитываться в одном учреждении. В этом строении квартиры, в которых будут проживать сироты, которые будут учиться ухаживать за собой, будут учиться готовить. То есть там у них будет спальня, кухня, место вообще, где они могут собираться, где могут готовить уроки. То есть идея, конечно, не нахождение детей в школе-интернате, а нахождение вот в этом учреждении и посещение ими общеобразовательных учреждений, детских садов, чтобы, во-первых, детишки социализировались, вот сироты с теми детьми, которые родительские. И, конечно, чтобы потом, выходя во взрослую жизнь, они, конечно, были адаптированы. Также в этом году планируется разработка проектно-сметной документации для строительства пристройки в комплексному центру социального обслуживания на улице Рабочей и нового здания Пустозерского дома-интерната для престарелых.